такси. Мы с Марчелло едем в город. На пьесу Макиавелли? Эцио, она не идет уже 3 недели. Я не успел. Заглянем к твоей сестре. Присмотри за Флавией, ладно? Си, конечно. Мы скоро вернемся. Чао, амуро мио. А пью тарди. С Богом. Флавия Тезоро, будь у меня на виду. Трогай ее! Флавия, а ну домой! Не знаю, что еще сказать. Мне жаль. Я не хочу лезть во все это. Я хочу научиться. Научиться чему? Как вести? Как возродить орден? Нет, я завязал. Финито. Думаю, вам пора идти. Эцио, она пришла издалека. Шао Цзюнь, вас так зовут? А останетесь на ужин? Граци. Славно. У нас свободна одна спальня. Можете погостить немного. В порядке? Кажется, я не могу оставить прошлое. Я слишком поздно спохватился, София. Я знал, что мне не хватит времени, чтобы успеть все. А теперь я боюсь, что не успеваю ничего. Дверь. Фори!
Простите, я не права. Си, вам нужно уйти. Меня зовут Эцио Аудиторе. Когда я был молод, у меня были свобода, время и любовь, которых я не видел, не знал и не чувствовал. 30 долгих лет прошло, прежде чем я постиг смысл этих слов. Я хочу понять, как и вы, ради своего народа. Я долго был ассасином, Дзюнь. Я знаю, что в любой момент за мной могут прийти. И за семьей. Понимаете? Я должен быть осторожен. Я обычно нанимаю людей, чтобы они помогали с уборкой урожая, но... Энтро, давайте пообедаем. Везет, протянет сезона 3. Сюда. Я покажу вам кое-что. Красиво, да? Пьяна де Вита. Здесь казнили половину моей семьи. Прямо тут. Почти полвека назад. Но сейчас я смотрю на то, как здесь кипит жизнь, и я спокоен. Я рад, что прошлая боль давно рассеялась. Жизнь ассасина — это боль, Дзюнь. Ты причиняешь ее другим, страдаешь от нее. Надеюсь лишь, что со временем она уйдет. Очень печально, Джа. Но такова жизнь. Ну ладно. Пора уже и домой, к родному очагу. Дзюнь, Андьямо, скорей! Меня к вам послал наставник. Мы с ним тайно покинули Китай, но эти люди схватили его в Венеции. Кто они? Слуги императора Дзянцзина. Я родилась наложницей, но наставник освободил меня. Мы хотели спасти остальных, но их... Император очень жесток. Лин Чи — его любимая казнь. Лин Чи? Медленно.
тысячи порезов. Потом смерть. Собери вещи. Сегодня останешься у Макиавелли. Что случилось? Недопонимание. Ладно, я сейчас. Когда я сражался с Борджа, мной двигала месть. Казалось, отруби змее голову, и конец. Но со временем я понял, что у тиранов больше последователей, чем у тех, кто проповедует любовь. Смерть Родриго и Чезаре ничего бы не изменила, если бы люди не захотели измениться сами. В течение многих лет я учил людей думать своей головой и действовать. Сперва в Риме, потом в Константинополе. Любовь — вот та сила, которая связывает наш орден. Любовь к людям. К миру. Сражайся за надежду. И тогда люди последуют за тобой. На это уйдут года. Многие. Если делать как надо, Си, отдохни. Thank you.
Путь домой не близок. Зато живописен. Спасибо, наставник. Держи. Когда-нибудь пригодится. Нет. Только если утратишь путь. Тебе пора. Мы вернемся на закате. Оставался бы ты дома. Ладно, мы будем тут. Аль дьяволу! Ненавижу этот город! Эх, то ли дело Рим. Говорят, там такие женщины. Как налитой, спелый виноград. Не то, что тут, Флоренция. Твоя проблема не Флоренция. Рего? Кораджо векьо. Прилег бы ты, а? Когда я был молод, у меня были свобода, время и любовь, которых я не видел, не знал и не чувствовал. 30 долгих лет прошло, прежде чем я постиг смысл этих слов. И сейчас, на закате лет, он ясен мне как никогда. Любовь, свобода, время, которое я когда-то не ценил, теперь придают мне сил двигаться вперед. Особенно любовь, Миомена, к тебе, нашим детям, братьям и сестрам. И огромному непостижимому миру, что дал нам жизнь и наполнил ее смыслом. Я люблю тебя, Мия София. Навеки твой, Эцио Аудиторе.